путинский режим погибнет от нас. Вот будет какая-то хрень, типа как вот начавшиеся погромы в Дагестане, которая начнется в одну сторону, а потом развернется против власти, она ее сметет. Режим гнилой. Когда он сталкивается с силовым сопротивлением внутри, он ни хрена не знает, что делать. Когда пошла там вот эта толпа громить все подряд, и магазины, и аэропорт, и так далее, и тому подобное, вроде как евреев типа искали, оказалось, что губернатор куда-то слился, мэры все слились, силовики все обратились в мальчиков для битья растерянных, потому что тут одно дело женщину сходу пинать ногой в живот, это отлично. А когда видишь вот этих вот ребят с безумными глазами, они сразу, так сказать, все сдрыснули по щелям. И получается, что режим-то гнилой. Он гнилой изнутри.